Вот они, видите, наша стена, они уже на нее. Хорошо мы попали, сейчас мимо проезжали. Уже нашу стену они подобрались, вон разломали часть. Вон там вот, с этой стороны, получается, часть уже нашего двора. Вот деревья выглядывают из нашего двора. То есть просто захват территории. Я вообще не понимаю, что это? Пылина какая во дворе стоит. Это же невероятно. Это все в доме у нас. Разломали вон дыра. Видите, полностью получается застройка кирпичная и дыры там. Вот это я не поняла. Это дом моей соседки. Сейчас они просто в наглую кирпичи сейчас разрушали. То есть соседка наша в нашем же дворе. Ну, можно сказать, что очищает территорию. Или что они делают? Вот сейчас они, вот здесь кучка была, нашу стену, стену бабы Нины вот здесь немножко поскребли. Кучку камней себе сделали. Сейчас эту кучку собирают, будут увозить. Ну, молодцы, что сказать еще. Четко работают. Вот там едет еще какая-то машина сзади. Вот она выезжает. Еще один КамАЗ. Но в любом случае они могут оправдаться, сказать, что они расчищают территорию. Для чего неизвестно. И почему только не свою территорию они очищают. Не территорию мединститута, а территорию близлежащих дворов и почты. Доброе дело, что хотят сделать. Вот, приехал еще один КамАЗ. Наверное, следующий груз увозит. Вот какая пыль, посмотрите, стоит, как она распространяется. Вот здесь все еще живут люди. Здесь все еще живут люди. И там внутри тоже живут люди. Вот. Там внутри все еще живут люди. Там. Сейчас. Вот дворик. Здесь вот бедная живет инвалид. Бедненькая. Ну там, конечно, у нее комната закрыта. Внутри она себе все закрыла. Вот здесь окна. Но в то же время вот такой у нее получается вход. Вот какая пыль, вы только гляньте.